Препараты одобрены Министерством здравоохранения Российской академии медицинских наук. Изготовлены из натурального растительного сырья алтайских трав. Прошли клинические испытания и получили государственный сертификат. Некоторые сочинские здравницы уже заключили договоры с компанией «Оптисалт» и рекомендуют при лечении пациентов использовать препараты этой научно-производственной компании. Здесь же на выставке можно в течение нескольких минут узнать все о своем организме по радужной оболочке глаз. Иридодиагностика имеет древние корни. Более 7 тысяч лет назад в Индии по глазам определяли состояние человека в целом. Наша же компания «Оптисалт», научно-производственная компания, является разработчиком и производителем прибора «Оптисалт» «Иридоскрин» на основе иридодиагностики «Иридотест», который позволяет определить функциональное состояние органов, дефицит микроэлементов и суммарную токсическую нагрузку – вирусы, бактерии, грибки, тяжелые металлы, токсины, паразиты. Исходя из этого, мы рекомендуем оздоравливающую программу. Программы подойдут и детям, и взрослым. Специалисты компании «Оптисалт» готовы ответить на любой вопрос, в том числе и почему возникают болезни, и какие бывают последствия после использования синтетических лекарств. Представители компании работают в эти дни на медицинской выставке в новом выставочном комплексе Умарвокзала с 9:30 до 18 часов. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.